В июле изменится расписание электричек между Тверью и Москвой. Об изменениях сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. В период с 4 по 12 июля внесены изменения в расписание пригородных поездов ленинградского направления из-за ремонтных работ на участке Крюково-Раменское. Некоторые поезда из Твери и Конаково будут отправляться и прибывать только на станцию Зеленоград-Крюково, а часть поездов будет отменена. Также некоторые пригородные поезда на участках Тверь-Бологое, Тверь-Торжок будут курсировать по измененному графику.